Я тоже думал сегодня, похожие историями из Библии пришли. Маск, когда говорил, что у нас меньше стало, я как-то говорил однажды, что когда Иисус сказал, вы уже очищены через Слово, и я никогда не понимал это, как это очищено мы через Слово, что значит Слово, оно внутри, меня внутри очистило. Я смотрел в себя, и я думаю, далеко я не чистый, не очищенный. Тогда как оно меня очистило? А потом я понял, что слово «мы очищены» не внутри себя, а снаружи. То есть нас покидают люди, которым Бог сказал что-то, что их побудило уйти. И эти люди были как ветки на виноградной лозе, которые не приносили плода, которые Бог отрезал. Потому что виноградину изнутри очистить невозможно. Она или кислая, или сладкая. А виноградную лозу можно очистить только так, чтобы убрать гнилые ягоды или сухие ветки от нее. Поэтому вот люди что-то вот слышали и, видимо, решили уйти. Поэтому меня это как бы не настораживает, не пугает, и тоже как бы в то же время и ободряет. Значит, так должно быть, значит, Бог, Он, наверное, контролирует все, не наверное, а точно все контролирует и делает за нас ту работу, которую мы не сможем сделать, а делает ее Он. И на самом деле, не знаю, как сегодня передать вам то, что я хочу сказать, потому что одновременно тема простая и сложная, и в то же время настолько она сложная, настолько она и простая. И поэтому трудно будет, наверное, но я попытаюсь, надеюсь, что и вы мне поможете в этом, потому что если хотя бы один человек сегодня что-то услышит для себя и ободрится, и ему поможет, то я буду считать, что это все не зря. Вот. Я хотел говорить, если так в целом сказать, о том, что Бог хочет, чтобы мы. Я часто об этом говорю, часто об этом думаю, еще раз хочу сказать, но на других примерах, что Бог хочет, чтобы мы включали свою голову и пользовались своей головой, своим разумом для того, чтобы его искать, для того, чтобы понимать, как ему угодить, и угодить не только ему, но и самим, не остаться без пользы. Потому что есть вера, есть любовь, да, но это все вещи, которые не относятся к разуму. Потому что верим мы не разумом, а верим мы просто верим, потому что Бог нам дал такой дар. Но разум – это что-то такое более сложное, более такое, ну, неоднозначное, двусмысленное, что с одной стороны разум может мешать, а с другой стороны он может помогать. И где-то написано, Римлянам, по-моему, Павел пишет, что «как предавали вы свои члены в рабы неправедности, так представьте сегодня члены свои на дела Божьи, да? Так вот, разум, как один из наших членов нашего тела, можно представить тоже на служение, на такое оружие для служения Богу и для того, чтобы самим приобретать пользу. И, например, давайте сейчас вот откроем Евангелие от Луки. В принципе, я, наверное, особо из него сегодня уходить не буду, за исключением нескольких примеров. 15 глава Евангелия от Луки. Я сразу перейду к тому, что хотел говорить, чтобы долго не вступать, не делать вступление. С первого стиха. Здесь история такая. Иисус общается здесь с фарисеями. И написано, приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его.
Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, созовет друзей и соседей, и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Здесь вот такая история короткая. Здесь написано, что пришли к Иисусу мытари грешники, для того, чтобы слушать Его. И написано, что Иисус ел с ними, принял их, такие, какие они есть. Ел с ними, проводил с ними время. Но были люди, которые понимали это все по-своему. Фарисеи написано здесь, да? И они роптали на Него, на Христа, и говорили, почему он это делает. И он приводит пример, что вот потерялась овца у вас, например, да, есть стадо, есть какое-то количество овец, и не поступит ли кто-то вот другим образом, не пойдет ли кто-то за этой овцой для того, чтобы ее спасти, а не оставит ли 99 для того, чтобы пойти и найти эту овцу и вернуть ее назад. И здесь вот этот разум человеческий, который, я бы его назвал, плотский разум, которым движимы люди, это люди были фарисеи, это люди были, ну я их могу так назвать, если на сегодняшний момент перевести, христиане, верующие люди, которые по-своему были верны Богу, которые искали Бога. Ну вот имели они такой своеобразный разум, который им говорил, что с грешниками Иисус не должен был находиться и есть с ними, и пить. И за этой овцой, которая потерялась, не нужно идти и спасать ее, потому что потерялась овца, это ее проблема. Ну понятно, что здесь Иисус говорит не об овце, а о потерянном человеке. Понятно, что Он говорит, что если есть такой человек из вас, который был с вами, который принадлежал стаду, и вдруг по каким-то причинам он вот взял и потерялся, тут не написано, какая причина была, но это не важно. И написано, что пастырь добрый, он пойдет за этой овцой и будет ее искать. Он не будет сидеть и думать, что овца потерялась, это ее проблема. Это не моя проблема, и пусть она тогда сама меня ищет. Не я ее пойду искать, а она меня, потому что не я в ней нуждаюсь, а она во мне нуждается. И пусть она мне звонит, а не я ей буду звонить, спрашивать, как у тебя дела, и может быть тебе нужна помощь, приезжай. Пусть вот эта овца потерянная, она сама решает свои проблемы. И фарисеи думали так, а Иисус думал по-другому. И вот об этом я хочу говорить, об этом вот извращенном разуме, извращенном понимании того, как должно быть на самом деле, того, как могут люди понимать, и того, как это понимает Бог. И здесь отражено вот это вот мышление, видение Бога и мышление человека, плотским его умом. Поэтому это вот находится 15 глава, и здесь вот следом Иисус приводит историю о блудном сыне. Знаменитая история, да, все ее, наверное, кто хотя бы раз прочитал Библию, знает ее. Здесь как продолжение вот этой вот притчи о потерянной овце идет эта история о блудном сыне. И здесь написано с 11 стиха, что у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточивают хлебом,
а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Пока остановлюсь на этом, потом буду читать дальше. И вы знаете, как я увидел эту историю недавно? Здесь говорится, что у некоторого человека было два сына, старший и младший. И вдруг ни с того ни с сего младший сын, здесь не описаны причины, по каким причинам, просто вот подходит ни с того ни с сего и говорит: отцу, дай мне мою часть имения. И это заставило меня задуматься, а что произошло, что побудило вот этого младшего сына идти к отцу и просить у него вот эту вот принадлежащую ему по наследству часть имения. Я подумал, что когда дальше читаешь эту историю, там понятно, что вот этот старший брат, его старший сын отца, он очень плохо отнесся к тому, что вернулся его младший брат. И тогда я подумал, что могло получиться так, что произошел конфликт, что вот предыстория вот этого, когда младший сын подошел к отцу и говорит: дай мне мою часть имения, этому, предыстории этому служил конфликт между младшим и старшим братом. У них были отношения, мягко сказать, не очень хорошие. Что там могло быть? Почему ушел именно младший брат, а не старший, попросил свою часть имения? Ну, потому что младший, он был более бесправный, чем старший брат. Старший брат, он пользовался всеми привилегиями первородства. Первому принадлежал авторитет и власть от отца. И поэтому у кого есть братья и сестры, наверное, сами понимают, что в семье старший брат, и он редко, когда младший, да, там главенствует, гоняет старшего. Скорее наоборот, да, что старший всегда гоняет младшего. Вот, и притесняет. И поэтому я думаю, что у них были такие отношения, как между братьями, не братские и не дружеские. И может быть, что это побудило сына младшего брата уйти. Вот эта атмосфера, в которой он не мог находиться, он просто решил уйти и попробовать жить самостоятельно. И он это делает, и подходит к отцу, и просит. Он не хотел уйти с пустыми руками. Он понимал, что ему нужно будет на что-то жить, как-то существовать. И он подошел к отцу и попросил у него часть имения своего, то, что ему принадлежало. Я думаю, что вот этот младший сын, зная характер своего отца, знал, что он ему не откажет, поэтому пошел просить. И вот эта вот ситуация между братьями, если она такая была, и получается, что отец никак не влиял на нее, что вот если бы эти два брата и имели между собой такие отношения, что их посредником в их отношении был бы их отец, если бы они были послушны своему отцу, потому что я уверен, что никакой отец не будет воспитывать своего сына в духе ненависти и не будет заставлять ненавидеть друг друга, то я понимаю, что если бы эти два сына позволили отцу влиять на свою жизнь, то в их жизни вряд ли был бы конфликт. Но могли быть мелкие конфликты, но не доводящие до того, что младший уходит из дома отца, вынужден уйти. То есть ситуация накалена настолько, что все уже, вот, находиться вместе невозможно. Поэтому я понимаю, что отец не влияет никак на их отношения между собой. Почему? Потому что, может быть, они сами этого особо не хотят. И дальше написано, что сын, этот младший, когда ушел вместе с тем, что дал ему отец, в дальнюю сторону, он там очень быстро все потерял, очень быстро все расточил. Написано, что в той стране, в которую он ушел, там вдруг наступил голод. Это 14 стих. Вы знаете, я думаю, что в этой стране
наступил голод не тогда, когда пришел туда младший сын. Я думаю, что там голод в этой стране был всегда. И я уверен, что в той стране, образно говоря, в той стране, в которой ты уходишь от своей семьи, от Бога, от тех, кто тебя любит, от той атмосферы, где тебе относятся как к родному, в ту сторону, где тебя не знают, где у тебя нет родных, нет близких, в этой стране всегда есть голод. Всегда. Просто пока ты сытый, пока у тебя есть что-то, ты его не ощущаешь. Но когда ты все протратил, протранжирил, ты начинаешь этот голод ощущать. Это все равно, что я сейчас приеду в пустыню, например, да, с машиной продуктов. И я первое время голод не буду ощущать. Хотя в пустыне голод, там ничего нет. Но я его ощущать не буду, пока у меня что-то есть. Но когда я все съем, когда я все истрачу, для меня настанет голод в этой пустыне, в этой стране. Почему он настанет? Потому что я все свое потратил, но голод вот в этой стране, он есть всегда. В той стране, где нет Бога, где нет Его присутствия, где ты не ощущаешь себя тем, каким, чем-то важным для кого-то, чем-то полезным, в этой стране эта страна ничто тебе не даст. И дальше написано, что он попытался в 15 стихе, пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. И вот попытка такая, вот в этой стране, в дальней стране, где голод, наладить свою жизнь. Вот он пошел, пристал к человеку такому же, какой он сам, такому же потерянному, такому же одинокому, и искать помощи. Вот он ушел от отца, прожил все и начал звонить знакомым или по объявлениям, искать помощи. И на том конце телефона говорят: ну, можем предложить вот это, можем предложить вот это, можем еще что-то предложить. А он понимает, что все, что ему там предлагают, это не то, что ему нужно. Потому что ему от этих адресатов нет предложения отцовской любви, отцовского присутствия. Ему там не предлагают то, в чем он реально нуждается. Потому что вот этот блудный сын, когда ушел, ему, все, что ему нужно было, это вернуться к отцу. Вернуться к тому, у которого есть все необходимое для жизни. И он это потом понял, младший сын. Он попробовал, поискал, походил по революционным центрам. Да, Лех? Как мы говорим, по центрофилу, да, центрофил. Вот. В конце концов, понял, что, ну, предложили, иди поработай, вон, свиней попаси, это все, что мы можем тебе дать. Но присутствие отца никто не предложит. Поэтому это все я говорю о духовных вещах, не о физических, что, потому что эта история, она говорит о нашем внутреннем состоянии. И здесь вот эти символы или образы, которые здесь описаны, они вечные, и они могут нам говорить о том духовном, в чем мы нуждаемся. И дальше этот блудный сын, так называемый, он начал думать. Он вспомнил, что у него есть голова, что у него есть рану, которому Бог одарил его. И он начал думать. Написано, он пришел в себя и сказал: сколько наемников у отца моего избыточивают хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу: отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу. И вот здесь вот написано, что он начал думать внутри себя. Он начал внутри себя производить вот этот разговор, диалог с отцом.
Сейчас вот я приду к отцу и скажу ему вот это, вот это и вот это. И он тут репетирует внутри себя, в своих мыслях. И говорит, что я вот отцу скажу, что я недостоин называться сыном твоим. И прими меня в число наемников твоих. И как вы думаете, вот сын, который жил с отцом, который пришел к нему, для того, чтобы тот дал ему часть наследства, как вы думаете, что вот этот самый отец, который так отнесся к сыну, когда сын к нему вернется, он примет его как наемника или примет его как сына? Вот сам сын, неужели он не знает своего отца? Почему он говорит, прими меня в число наемников твоих? Я не достоин называться сыном твоим. Он как будто бы сын, вот что я здесь увидел, сейчас я объясню, как будто бы сын начинает искать варианты, как помириться с отцом, как правильно сказать, как найти подход к отцу, чем добиться результата, какими способами, хитростью, мудростью и всеми подручными способами, какие только можно. И как бы вот прийти к отцу и сказать, ну, отец, я же твой сын. Ты вынужден меня принять, обязан меня принять, у тебя нет другого выбора, давай, вот я вернулся, принимай меня. Он понимает, что так диалог не пойдет, это неправильно. Но вот чуть-чуть вот с хитростью, да, но я вот хотя бы наемником твоим буду, я вот хотя бы там буду работать со слугами твоими. Хотя сам сын наверняка понимал, что отец его примет и как сына. Но вот это вот то, что мне нравится, что он начал думать. Сын начал думать, как, какими путями вернуться к своему отцу. Начал использовать все вплоть до того, чтобы прибегнуть к хитрости. И я думаю, что вот это самое качество, Бог очень ценит в людях, что когда человек начинает любыми путями пытаться прийти к нему, не обязательно. Это должен быть какой-то ровный и прямой путь. Не обязательно все должно быть вот как-то вот по логике построено. Но даже вот с такими мыслями, как были у блудного сына, Бог хочет, чтобы мы так к нему приходили, чтобы мы так его искали. И написано, что дальше написано, что отец встретил его. Встретил, и он начал говорить эти слова отцу, что «Отец, я недостоин, прими меня». Отец ему не сказал ни слова, он его просто обнял, как своего сына, как того, кто не потерял его статус, потому что сын говорит, я недостоин, он здесь говорит, я недостоин быть твоим сыном. Он говорит, я недостоин называться твоим сыном. Но быть сыном, он в любом случае им будет. Потому что тот, кто однажды родился, тот, кто однажды появился на этот свет, и у него есть отец, то ты в любом случае будешь его сыном. И поэтому статус сына, его невозможно отнять. Статус сына невозможно потерять. И я думаю, что однажды рожденный свыше человек, однажды рожденный от Бога, от Духа человек, который когда-то принял от Бога дух, как бы он ни старался, какие бы усилия он ни делал для того, чтобы это потерять, это сделать это очень трудно. Я имею в виду потерять статус сына. И я даже думаю, что это мои мысли, что это даже практически невозможно. Вот. И Бог сделает все для того, чтобы тебя спасти. Как бы ты это ни старался, может быть, идти против него, но он бы сделал все, чтобы тебя вернуть. И поэтому, когда ты вернешься, вот когда вернулся блудный сын, здесь я не вижу никакого процесса реабилитации для сына. Ему отец не говорит, ну все, теперь тебе надо пройти реабилитацию, ты теперь будешь вот там наказан или не наказан, или что-то будешь делать, какой-то там процесс, процедуру должен пройти. Ничего такого нету, просто нету. Просто он принят отцом, обнят им, и без всяких лишних слов, и сыну было все понятно. И
все понятно настолько, ему не нужно было ничего объяснять, ему не нужно было ни какие-то глубокие проповеди от отца, ничего не нужно было, просто отец взял его и принял. Несмотря на его прошлое, несмотря на то, что он, каким образом жизни он жил в этой дальней стране, для отца это время, оно просто вычеркнуто, и его нет, его не существует, этого времени и этих действий, которые были у его сына. Он просто взял его и принял, и дал ему свое тепло, и дал ему свое присутствие. И написано, что приказал принести одежды для него и перстень, который перстень является символом наследства родового, да? Вот. И история на этом не заканчивается. И дальше появляется второй персонаж, которого, как я думаю, все началось, это его старший брат. Старший брат, который не был рад возвращению младшего. Не знаю почему, может быть, он увидел опять возвращение конкурента, возвращение того, кто помешает ему единолично получать всю славу, всю похвалу, всю любовь от отца себе. Он увидел в младшем брате того, кто будет ему, может быть, мешать удобно жить, так как он сам хотел. И поэтому, когда он возвращался со служения, старший брат, христианин, он служил в доме отца постоянно. Он настолько служил, настолько был таким христианином, что вот он всего себя отдавал на служение, но в конце концов, если можно так сказать, дивидендов от этого служения он не получал. Почему? Потому что весь смысл того, кем являлся старший брат, это любить младшего брата. Весь смысл быть сыном отца, это любить отца и того, кого отец родил. И вот этот смысл старший брат, старший сын отца, он потерял в своей жизни. Он делал все, что угодно, занимался всем чем угодно, но только не любил ни отца своего, ни своего родного брата. И поэтому есть христиане, к сожалению, так называемые, да, вот есть братья, они братья, формально братья, которые христиане от всего сердца, которые не рады возвращению того, кто когда-то ушел, кто дерзнул таким, да, вот образом взять там у отца что-то ему как будто бы принадлежащее, уйти там это все протранжирить, вернуться к отцу. И вот некоторые, к сожалению, не рады видеть своих братьев, своих друзей, может быть, даже прошлых, их возвращение. Почему? Не знаю, потому что нет любви, не достает любви к христианам, не достает любви той, которая способна принять того, кто просто принять вот отцовской любовью, братской любовью того, кто в этом нуждается. Потому что вот этому брату младшему, ему ничего не нужно было, кроме любви, кроме того, чтобы его приняли и дали ему просто вот это тепло и присутствие вот этого вот родственного, как бы, да, что вот отец и вся семья, и все родственные души, они вместе, и они тебя приняли, и они тебя действительно любят, и они тебе дают то, в чем ты реально нуждаешься. И здесь в 28 стихе, в конце этой истории, 28-29 стих, написано, что старший брат, он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими».
А когда этот сын твой, расточивший имение с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. И то есть здесь вот старший сын, столько времени жил с отцом и не знал своего отца. Не знал он его. И он не знал, что отец на самом деле готов, в принципе, дать ему все, в чем он нуждается. Козленка, ну попросил бы козленка и взял бы его. А может быть даже не просил, взял бы просто, когда нужно, а потом в курс бы отца поставил. То есть старший отец служит тому, кого в принципе даже и не знает. Он не знает характер своего отца, не знает его мнение, не знает его желания, а просто вот как робот служит и сам устал от своего служения, сам погряз вот в этих делах бесполезных, которые ему ничего не дают, кроме усталости, в конце концов усталости и ожесточения сердца, что он здесь, старший сын, обиделся не только на брата, осердился, но и на отца. Он ненавидит всех, кому от того, что человеку хорошо. Вот отцу хорошо, что младший сын вернулся, он его ненавидит за то, что ему хорошо. Настолько он вот ожесточен был, настолько он ослеплен был, не понимал, что он делает. Хотя он вот определил для себя, что я вот буду пахать, да, буду делать, вот упрусь там всеми своими силами, буду работать. Вот. Но в конце концов результат того, что он на всех злой и никого не любит. Вот. И эти вот две истории Иисус рассказал фарисеям в пример того, как нужно себя вести, как нужно поступать к людям, которые нуждаются в любви и в опеке братской и отцовской. А следующую историю, вот она 15 глава заканчивается на блудном сыне, и начинается 16 глава о догадливом управителе. Для меня это самая сложная притча во всей Библии. И это та притча, о которой, наверное, я о первой спросил, чтобы мне ее объяснили, когда начал читать Библию, потому что я прочитал ее, и у меня мозг вообще сломался полностью. Вот. Здесь настолько запутано, настолько закопана отгадка, что однозначно понять ее очень трудно. И когда я читал вот о блудном сыне, я начал думать о вот 16 главе и притче о догадливом управителе идет следом. Почему они идут следом? Почему Иисус заканчивает эту историю и начинает говорить другую? Но написано, что вот эту историю он уже говорит ученикам своим. Сказал же ученикам своим: один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда правитель сказал сам себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои. Когда буду отставлен от управления домом. И призвал должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: возьми расписку, садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку, напиши 80. И похвалил господина правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. И вот здесь такая история, что был человек богатый, и у него был управляющий. Управляющий, который терял деньги своего господина, расточал имение. И
И господину доложили, что вот у тебя управляющий, вот он такой, так ведет дела, что в конце концов у тебя скоро, может быть, вообще ничего не останется, потому что дела идут в упадок. Он просто тратит деньги, а прибыли никакой. И тогда господин зовет управителя и говорит: вот мне о тебе сказали, что ты вот плохо ведешь дела, что вот я тебе доверил свой бизнес, свое имение, а ты все расточаешь. И, наверное, мне придется от тебя избавиться, потому что ты не справляешься. И управитель начинает думать, что делать в этой ситуации. Он начинает понимать, что сейчас его выгонят, и он это все, вот все, вот где он работает, это все, что у него есть. Потому что в другом месте он себя не найдет. Написано, что он говорит: я копать не могу, а просить сижусь. Вот, других вариантов нету, жить на чего. И тогда он начинает строить внутри себя план. Начинает работать головой. Что ему делать, как выходить из ситуации. То есть вот он жил все это время, жил беспечно, да, являлся вот этим управляемым, получал там зарплату, все ему хватало, ни о чем особо не заботился, дела идут в упадок, но у него все хорошо, зарплата капает. Вот. Но до какого-то момента, в конце концов, это все прекратилось, и ему нужно было начать думать, что ему делать в этой ситуации. И он вспомнил, что у господина, у его сына есть должники, которые должны господину его там определенные там вот, пшеницу написанные, там еще что-то. И он их зовет и говорит им: там, вот ты должен столько, он строит мошенническую схему. Он говорит: вот ты должен столько, напиши, что ты должен меньше. И другому говорит: ты вот должен столько, но ты напиши, что как будто бы ты должен меньше, как будто бы ты остальное отдал. И представляете, вот он, вот эта вот мошенническая схема. Господин узнал об этой схеме, и написано, что он похвалил своего управителя, который его разводит, за то, что тот, написано, оказался догадливым, разумным. Я сейчас прочитаю. Восьмой стих. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил». Другими словами, он похвалил его за то, что тот его просто разводил, да, или обманывал. Как, вот, как, и как ты думаешь, как это может быть? И я понял, в чем здесь загадка. Я понял, что нужно было господину от управляющего. Господину от управляющего нужно было то, чтобы его управляющий начал думать хотя бы как-то. Хотя бы начал с этого, хотя бы начал с того, что он его все-таки каким-то образом обманывает, но он хотя бы проснулся, что он не спит, что вот наконец прекратился вот этот вот упаднический процесс расточения его имущества при том управляющем, который спит и ни о чем не думает, что его управляющий проснулся и начал думать. И написано, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливы сынов света в своем роде. И за некоторым исцелением. Тихо. Нужно освобождение. Написано, что сыны века сего догадливы сынов света в своем роде. И вот сыны века сего, кто это? Сыны века сего — это люди, я так скажу, люди неверующие. Миряне, да, сыны века сего, они, почему они догадливые сынов света, верующих людей? Почему? Потому что верующий человек, он как живет, да, если он верующий, например, религиозным образом. Я верю в Бога, я надеюсь на Бога, я верю, что Бог обо всем позаботится, я сам делать ничего не буду, зачем, если я верю, что Бог всемогущий. Он все знает лучше меня, и он все сделает. Я просто на него полагаюсь. И у верующему человеку мозги не нужны. Зачем мозги, если он просто верит в Бога, который обо всем позаботится? Поэтому он просто живет верующим человеком, надеющимся на Бога. И он написано, что вот, а тот, кто является сыном века сего, то есть неверующий человек, у него нет этого упования на Бога. И поэтому он должен сам думать. Он должен
шевелить своей головой, своими мозгами для того, чтобы ему выжить в этой жизни, для того, чтобы ему контролировать все ситуации, бизнес, все процессы, которые есть, потому что у него веры нету, ему надеяться не на кого, и поэтому он включает голову. И написано, что господин похвалил своего правителя, то, что он все-таки начал работать головой, что он все-таки перестал быть вот этим вот человеком, который религиозным человеком, который живет просто вот верующий, он и все, и Бог все сделает, а мне ничего делать не надо. Нет, Бог хочет, чтобы мы были верующими. Но что значит верующими? Верующие — это когда я буду делать сам что-то, и то, что у меня у самого не получится, Бог дополнит, Бог доделает или добавит. А верующим таким образом, что я ничего делать не буду, у меня есть вера на всемогущего Бога, и Он, если захочет, мне даст то, что мне надо, а если не захочет, не даст. Для меня, я веру не так понимаю. Я понимаю веру, что таким образом, что я должен сам работать, я должен сам думать, сам трудиться, сам делать шаги, при этом верить, что если Бог меня поддерживает, там, где у меня своих сил не хватит, там Он мне их добавит. Просто добавит, но не сделает все за меня. Иначе, если я буду понимать веру таким образом, тогда я буду всегда стоять на одном месте, я буду всегда в одной ситуации, в одном положении, что вот что будет меня менять, что будет меня толкать на изменения. Это мои шаги по вере, но я должен их делать, я должен думать, я должен предпринимать какие-то действия и усилия. И поэтому вот этого господина удовлетворило, вот, даже несмотря на то, что правитель расточал его имение, но вот что в конце концов, он проснулся и начал думать, его это порадовало, и он его за это похвалил. И дальше он говорит: Иисус, и я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. То есть, другими словами, Иисус что говорит? Приобретайте себе друзей всеми возможными способами. Всем, и что понятно, что можно... Здесь про праведное богатство не написано, потому что это и так понятно, что приобретайте друзей себе праведным богатством, но и не только праведным, даже неправедным. Используйте все для того, чтобы приобретать друзей. Почему это нужно нам? Почему Иисус говорит это ученикам своим? Потому что вот блудный сын, когда вернулся к отцу, отец еще был жив. И отец еще смог принять своего сына блудного, да, для того, чтобы обнять его, восстановить его в статусе, дать ему свою любовь. А представляете себе, если отец уже умер к тому времени, и он пришел, а там старший брат, один главный наследник. И что бы тогда, какая участь ждала блудного сына? Мы понимаем, да, то, что тот, который его не любил, тот, который не рад был его возвращению, вряд ли бы его встретил так, как встретил его отец. И Иисус тоже готовился уйти к тому моменту. Он понимал, он говорил ученикам, что еще недолгое время мне с вами быть, и я уйду к отцу, и вы останетесь одни, и ваши отношения вы будете строить между собой. Поэтому Он им говорит, ученикам своим, что я уйду, но вы останетесь. Поэтому вы должны приобретать себе друзей богатством, даже неправедным, для того, чтобы когда вдруг с вами произойдет так, что вы обнищаете, как блудный сын обнищал, да, чтобы те, которых вы успели в свое время приобрести как друзей, они вас примут в вечные обители. Что значит вечные обители? Вечные обители... Я понимаю так, что человек, который потерялся, да, который заблудился, который пошел не в ту сторону, но при этом не потерявший своего статуса, статуса Сына Божьего, статуса моего брата, да, я могу его принять так же, как принял его отец.
Отца нет с нами. Отец, Он с нами в духе пребывает здесь. Дух Его здесь с нами. Поэтому мы, как люди, можем принять блудного сына, являясь Его друзьями. Об этом учит Иисус. Чтобы мы могли сами принять кого-то, или и сами тоже могли быть принятыми другими. Поэтому Он говорит, что приобретайте друзей. И здесь очень важный момент. Он не говорит, приобретайте братьев себе богатством неправедным. Потому что это спор вечный, да, что лучше, брат или друг. Я понимаю, что для меня лучше друг, потому что брат может быть формально любой. Посмотрите, вот брат, у блудного сына брат родной, что вот он брат. А дружбы-то у них не было, была вражда, была ненависть друг к другу, да, не любовь. Ну, не знаю, как друг друга, но у старшего к младшему точно. Например, Иосиф был такой, да, персонаж Библии, описано, что с ним братья сделали. Они его хотели убить, продали в рабство. То есть статус брата еще ни о чем не говорит. Но статус друга говорит совсем о другом. Если у тебя будет друг, ты приобретешь друга, то он автоматически будет твоим братом. Это уже туда заложено, потому что ты не будешь дружить с тем, кто не разделяет твой образ жизни, кто живет далеко от Бога, не ищет Бога. Он будет тебе просто, в Библии написано, что он будет тебе как мытарь просто, и грешник, относись к нему так. Но вдруг он будет разделять твои убеждения, и он примет тебя. Поэтому, если ты сегодня имеешь такую возможность, я думаю, каждый имеет такую возможность, приобретай друзей богатством неправедным, может быть, где-то лукавством, где-то хитростью, приобретай друзей. Почему? Потому что потом они примут тебя в вечные обители. Примут и только друзья, если они будут. Не примут тебя те, кому обращался блудный сын вот в этой дальней стране. Он там, я уже говорил, да, к одному пошел, к второму пошел, в другой центр позвонил, в пятую церковь пришел. В конце концов, там друзей нет. В дальней стране нет друзей. Там некому тебя принять. Могут тебе там дать какую-то работу, что-то еще, но принять тебя в вечной обители там не примут. В вечной обители тебя примут друзья, которых ты когда-то завоевал, даже неправедным богатством. И здесь вот Ефесянам написано, Ефесянам 3 главе 19 стих, что сейчас я найду, прочитаю. Там написано про то, как нам нужно уразуметь Божью любовь, превосходящее разумение. Ефесянам 3:19. И уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. Вот как можно уразуметь превосходящее разумение, любовь? То есть вот любовь, она больше разума, но ее все-таки, оказывается, можно уразуметь. И вот это нужно получить такой дар, получить такое откровение, чтобы понять, уразуметь, именно уразуметь. Вот это вот превосходящее разумение, любовь Божью, когда Бог не думает таким образом, что вот заблудилась овца, да, и пусть она сама находится, вот у нее есть проблемы, я же не заставлял ее отбиваться от стада, я же не заставлял ее уходить там и делать то, что она делала. Это у нее есть проблемы, а не у меня, поэтому пусть она мне звонит, а не я ей буду звонить. И тогда, когда она мне позвонит, я подумаю еще, как ее принять или не принять, или принять на каких условиях. Вот превосходящее разумение, любовь, вот она в блудном сыне отражена, что старший сын не понял эту любовь отца, он ее не понял, он говорит, ну вот я всегда с тобой все делаю, но никогда никакой блага не получил, а этот все протранжирил, ты его любишь, и у него сломалось все, почему? Потому что он сам не любил, и поэтому понять не мог, как отец любит, вот. В нем не было вот этого понимания,
понимание, которое превосходит понимание, да, как тут написано Ефесянам. Вот. И, например, Раав, есть в Библии пример такой, она была блудница, проститутка, да, и там такая история с ней произошла, что вот она взяла и обманным путем спасла людей Божьих от того, кто за ними гнался. То есть там была опасная ситуация, Божьих людей хотели убить, а она их приняла у себя, а когда те, кто их искал, спрашивают у нее, не видела ли она их, она обманула, она говорит, видела, они вон там убежали туда, и все. И те, кто их искал, погнались в другую сторону, а эти спаслись. И что она сделала? Вот если так посмотреть, она обманула. Но вы представляете, за этот поступок она в Библии, в Новом Завете описана как в героях веры, наравне с Давидом и там с Авраамом и так далее. Что вот она вот, я вижу, что вот она включила мозги. Она использовала неправедное какое-то вот, да, вот хитрость, неправедное вот это вот богатство для того, чтобы приобрести друзей, потому что она потом за этот поступок была спасена. Она спаслась, там убили всех. Она сказала, что вот ваши люди там будут убивать всех, но меня как бы это оставьте живой. И ей пообещали, сказали, что ты будешь спасена. Она приобрела друзей вот таким способом. Включила, когда надо, разум, голову свою, да, поняла, что ей нужно сделать, и использовала такой способ, как обман, для того, чтобы приобрести друзей. И приобрела друзей. Вот, поэтому есть много таких историй. И Иаков, да, что сделал Иаков? Он обманул тоже отца своего для того, чтобы взять первородство. Он тоже использовал не это, богатство неправедное, и использовал это для того, чтобы стать тем, кем он стал. То есть, поэтому, вот подводя итог вот всему, что я хотел сказать, это то, чтобы нам все-таки нужно начать думать правильно и искать Бога для того, чтобы Бог включил наш разум, для того, чтобы мы понимали, что нам нужно, как применять свою голову, потому что жить по вере, это понятно, жить по вере, но что это значит жить по вере, а нам тогда что делать? Только верить и все, и ничего больше, и просто ждать, когда Бог все сделает, нет. Здесь в Библии я такого не нахожу. И даже больше того, что вот эти вот истории, все, начиная вот с потерянной овцы, возвращением сына младшего, и вот этот догадливый управитель, говорят о том, что везде надо думать, везде нужно искать того, как правильно жить перед Богом. Вот, ну, на этом все. Поэтому спасибо. Пусть вас Бог благословит. Аминь.